Добрый день всем! Сегодня у меня обзор замка не для продажи, а просто замок показать. Игрок с королевства 5032, Нохчи 95. Он недавно на стриме писал, предлагал свой замок для обзора. Пятидесятая цита. Уже новый вид замка, как видите. Но это был подарочный. Вместе с ключами дается на один день. В игре очень мало русскоязычных игроков с 50-ми замками от силы 3-4. Поэтому редкость такая. Силы не сильно много, конечно, 5,6 ярдов. КВК мощный был, потерял целый ярд. Т14 все. Восьмой звездный уровень. Герои по 6 звезд. Круто. 9720 стихии. На максимуме. 40, 23, 20. Охренеть. 27 первые. 77 пехота. Атака кавалерии 84. Атака стрелков 72. Уроны 152 общий. Урон кавалерии 333. Урон стрелков 320. Силен. Смертность 10%. Очень силен. В нашем королевстве это был бы топ-1 однозначно. Наш топ-чайки слабее. У него 24 и 70 от силы. 75 атака кавалерии. Здесь атака кавалерии 84. Снаряжение плюс 5. Зачарованное. 178, 119. 259. Все шмотки зачарованные. Вот посмотрите, даже сильный игрок топ и то использует комплект воина уровня 2. В хозяйстве все пригодится. А вот кольцо и шлем подстрекателя ему, похоже, без надобности. Потому что меги все он сам держит. Весь урон на него приходится. Камни легендарные. Следующее обновление будет на камне. Как раз камешки обновит. Эмблемы Кракена все. Две эпические, остальные редкие. Уже лишних 253 кракена есть. Камни фу. Все золотые 5 уровня. Плюс 5. По 2600 дают каждый. Все навыки открыты.
На таком уровне, конечно, усиление, наверное, очень дорого стоит. Несколько больших наборов, чтобы одну шмотку усилить. Все по 6 звезд. Семьдесят звездных преимуществ. Куча видов замков. Что-то я запутался, давно не заходил сюда. Какие виды есть, каких нет? Как обозначается? А, все понял. Вот цветные в наличии есть, а тех черно-белых нету. Ну, хрен на них. Так что у нас имеется последние виды, в общем, у него. Вообще этот замок он приобрел год назад, 41-ю циту в этом королевстве. Здесь шла война. Его ребята пригласили, чтобы он пришел, помог. И он за один год с 41-го замка до 50-го стартанул. И прошлого топа, здесь американец топ был, Паник. Паник, может, слышали такого. Бывший 117-й кор. Паник покинул игру. А что интересно, здесь есть еще одна 50-я цита. И вот про нее непонятно. Она находится в Рус-Альянсе с 8 ярдов силы. Lesbian in MN body. Но, скорее всего, это не русский игрок. Ос Фантом. Есть еще 49-я, Санта Пруф. Вообще сильное королевство, конечно. Куча 48-х. 49-я, два полтинника. Вот он, паник, гоблин. Тысяч золота. Ускоры, камни, материалы. Прилично падает. Чтец Кракена. 12 тысяч очков надо набрать. 12,5 тысяч очков.
чтобы до кракена 40 частиц. На 3,5 будет еще 20 частиц кракена 60. А потратил, у него было 10 тысяч ключей. Сейчас 5,5 осталось. Ну, 5-6 тысяч ключей ушло. 5, пусть будет, грубо говоря, 5 тысяч. И 12 тысяч очков только получилось. О, в своем королевстве жестко отошел, оторвался. Тоже материалы, материалы. Супер сундук. Посмотрим на мое везение. Хотя ему эмблемы уже нафиг не нужны. У него уже лишних даже две есть. Так чисто проверить фарт свой. Грифончик. Вот так же и на основе. Слабо везет. Хотя с двух пропусков две эмблемы выше у меня. Очень сильный, конечно, замок. Крутейший вообще. Жалко, в нашем королевстве такого нет. Ага, здесь еще качаться и качаться. Пески времени нужны. Сорок девятый уровень лазарета. Ну что могу сказать? Рад только за этого игрока. Рад за это королевство, что у них есть такой игрок. Хоть они и воюют сейчас между собой, два русских альянса, ну, всякое бывает. Помириться может. Хороший, мощный замок. Красивая цита. Армии бы побольше, конечно. 8 миллионов армии это мало. На этом все. Всем пока. Вроде бы ничего не забыл. Все посмотрели с вами.